Посмотрел я видео, которое приходит из Бишкека по поводу жесткого разгона митинга. Ну, Лукашенко усатому таракану, в общем, учиться у Жээнбекова, как надо жестко разгонять людей. Там явно уже есть и раненые, и жертвы, и газ, и хлопушки, и все что угодно. Единственное вот интересное видео, которое я увидел, это снято бойцов каких-то спецподразделений, внутренних войск Кыргызстана. На нем, мне кажется, четко видно красная тельняшка. Вы знаете, традиция красных тельняшек, она исходит из нашего далекого совкового прошлого, когда в Министерстве внутренних дел Советского Союза создали специальные подразделения внутренних войск, и у них такой конфликт сложился с настоящими военными, с ВДВшниками. ВДВшники их считали за нехороших людей, и поэтому внутренние войска придумали себе не голубую, а именно красную тельняшку. Красная тельняшка – это символ внутренних войск России, символ российской Росгвардии. Ну, понятно, где кыргызские силовики теперь нынче проходят практику, где приобретают традиции разгонять людей правильным образом, скажем так, да, вот, и мне кажется, вот красная тельняшка на телах этих кыргызских силовиков, которые сейчас защищают ценности кремлевского мира в Бишкеке, это неспроста, это очень показательно. Внутренние войска Российской Федерации, я считаю, разгоняют эти митинги по технологии российских войск, обученные в Российской Федерации. Именно эти люди сейчас работают на улицах Бишкека. Разгоняют довольно жестко, да. Ну, все, что хотите, вы можете найти в Ютубе. Вбивайте соответствующие слова: Бишкек, митинг, беспорядки. Все это вы увидите. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово. И до новых скорых встреч.